На какие пособия могут рассчитывать беременные женщины и одинокие родители? Что такое беззаявительный характер выплат и кто этим может воспользоваться? Какие изменения появятся в пенсионном законодательстве в будущем году? На ваши вопросы 1 октября в 19 часов в прямом эфире ответит заместитель руководителя Пенсионного фонда России по Белгородской области Татьяна Стригунова. Трансляция на телеканале «Мир Белогорья», на радио «Мира Белогорья», на нашем канале в YouTube и группах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Вы можете уже сейчас оставить вопрос на автоответчике или задать его в прямом эфире по телефону в Белгороде 78 7801. Оставить вопросы в группах «Мира Белогорья», ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и Фейсбук. Прямой эфир 1 октября в 19:00 на «Мире Белогорья».